Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Итак, продолжаем путешествие по Норвегии. Это мой второй фильм о нашей двухдневной поездке в Норвегию. В первом фильме я рассказала о Норвегии как стране номер один в мире по электромобилям. В этом фильме я расскажу, почему Норвегия входит в десятку самых богатых стран мира, и одновременно покажу, что можно увидеть по дороге из Сандфьорд аэропорта в Берген. Мы, правда, доехали до Эйдфьорд. Смотрите и наслаждайтесь поездкой, а может быть, вы и сами решите тоже провести конец недели в Норвегии. Тогда этот фильм поможет вам увидеть, что можно тут посмотреть. Около 30% внутреннего валового продукта Норвегии составляют доходы от нефтегазовой отрасли. Норвегия экспортирует железо, магний, титан и алюминий. В стране развита рыбная и деревообрабатывающая промышленность. Норвегия – мировой лидер по уровню жизни. В 2021 году Норвегия вошла в десятку самых богатых государств по версии Международного валютного фонда и Всемирного банка. Норвегия с внутренним валовым продуктом 69 170 долларов на душу населения находится на 7-м месте после Люксембурга, Ирландии, Сингапура, Катара, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов. Соединенные Штаты Америки находятся на 8-м месте, сразу после Норвегии. Мы где-то уже чистых часа два ехали с перерывами попить водички, остановиться, отдохнуть. Вот посмотрите, как классно тут, такая красивая река. Мы едем в сторону Бергена. Не знаю, доедем мы или нет, потому что это довольно далеко. Но, тем не менее, мы наслаждаемся как нашей машиной, как прекрасной природой, так и Норвегией. Поехали дальше. Окей. По пути мы решили заехать на бензозаправку, выпить чашечку кофе, а заодно мы поинтересовались у продавца о его уровне жизни. Мик спросил, вы достаточно зарабатываете для того, чтобы выжить? Я зарабатываю 62 тысячи норвежских крон в месяц. Это 6200 долларов или 800 тысяч крон в год или 80 тысяч долларов. Это очень хорошая зарплата для этого места. Другие зарабатывают немного меньше. So do you have a house somewhere here? Он говорит, что он владеет двумя домами. Один дом он купил совершенно недавно и собирается переезжать. Его семья уже переехала. Thank you so much for sharing. Have a good day. Норвежский образ жизни – это баланс между работой и личной жизнью. Для норвежцев это очень важно. Разница между тем, кем вы являетесь на работе,
и в свободное время для них не так уж велика. В Норвегии принято быть личным на работе. Взамен также ожидается, что работу можно взять домой и работать в домашнем офисе. Норвежцы усердно учатся и работают в течение недели и года, но также хорошо умеют отдыхать и расслабиться. Средняя рабочая неделя состоит из 5-7 часовых рабочих дней. Среднестатистический норвежец отдыхает каждые выходные и имеет 5-недельный оплачиваемый отпуск в году. Важны для норвежцев также хорошее здоровье и активный образ жизни. Вечера и выходные часто заполнены мероприятиями от театральных представлений и концертов до активного отдыха и спорта. Норвежцы также довольно авантюрны. Они любят путешествовать. Норвегия – одна из стран с наиболее высокой продолжительностью жизни. Почти 81 год для мужчин и 84 года для женщин. В Норвегии 5,5 миллионов жителей, и с каждым годом количество проживающих увеличивается за счет рождаемости и иммигрантов. Мы решили забежать в лес, посмотреть, такой же он, как и в Латвии. И вот тут прямо вот машина тут, и тут прямо у дороги, смотрите, какие грибы. Это, по-моему, такой же боровичок, как в Латвии. Wow. К сожалению, мы его взять не можем, поэтому мы его посадим назад сюда. Nice! That's a big mushroom. В моем следующем фильме мы продолжим поездку в сторону Бергена через горы. Смотрите, подписывайтесь на мой канал и путешествуйте вместе со мной. Ваша зажигалочка.